Высоцком, том 4, тема «Природа», вопрос 1327, Бытие 4.12. «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Как земля могла дать силу Каину? Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. Мы можем только догадываться, какая сила была у земли раньше, Бытие 26.12. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. Сегодня, если в 30 крат уродит ячмень, радости земледельца не будет предела. Бог оставил некую малую часть силы земли, чтобы человек мог поддерживать свою жизнь. Даже наши родители рассказывают, какая раньше росла здесь пшеница. Ее нельзя даже близко поставить в сравнение с нынешней. У Льва Толстого есть рассказ о том, как ребятишки нашли какой-то предмет величиной с куриное яйцо. Долгие споры разрешил старец с зеленой бородой, когда увидел находку. Он сразу же воскликнул. «Где вы это взяли? Таким зерном мой отец засевал землю. Господь благословляет землю, и он же отнимает от нее плодородие». Агея 2.16. «Приходили, бывало, ко мне, могущие приносить 20 мер». И оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20. Иаиль 1.4. Оставшиеся от гусениц ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доедали жуки. Спутаны ноги, всегда ли вы к правде спешили, сжаты уста, отлюбили свое, отлобзали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили, только в последний момент подвели и отказали. Женщина в черном припала к покойнику, стонет, хмурят сурово мужчины пропитые лица. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья, после второй неизвестно куда удалиться. Так и стою я, случайный всему очевидец, старый псаломщик вздыхает со мной покаянно. Где твое счастье, лежащее во гробе счастливец? Где твои други, любитель перов, бездыханный? Иеромонах Роман, 1989 год.